К реализации мероприятий, приуроченных к году здоровья в Югре, привлекут большинство департаментов окружного правительства. Об этом заявил главный врач регионального центра медицинской профилактики Алексей Молостов. По словам руководителя ведомства, в рамках тематического года планируется проведение ряда мероприятий, направленных на оздоровление югорчан. Среди прочего, популяризация здорового образа жизни, спорта и профилактика различных заболеваний. Планируется, что к реализации задуманного подключат департаменты культуры и спорта, образования, общественных связей и молодежной политики. Для департамента физкультуры здоровья это массовая физическая активность, ГТО комплекс. Для департамента образования это подготовка детей, там, профилактика наркомании. Тема здоровья, она очень широкая, то есть это здравоохранение, это только часть этой темы.